Вітаю, шановні друзі, в ефірі «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашого гостя. Сьогодні у нас в студії Сергій Миколайович Кущ, голова Федерації підводної діяльності і спорту Миколаївської області. Вітаю вас в нашій студії. Номер телефону у нас незмінний, можна телефонувати, ми працюємо в прямому ефірі, тому якщо у вас виникнуть питання до нашого гостя, ви захочете їх поставити, 76-92-42, 76-92-42. Будь ласка, телефонуйте і долучайтеся до нашої розмови. А говорити ми будемо про діяльність Федерації і про її співпрацю з Державною службою надзвичайних ситуацій в Миколаївській області з нашим головним управлінням. Сергій Ніколаєвич, давайте почнемо з того, що ж таке Федерація підводної діяльності і спорту. Чим ви займаєтесь, скільки у вас чоловік, организации входят в эту федерацию и какова ваша вот основная деятельность? Ну, федерация спорта – это, в первую очередь, общественная организация, которая объединяет в своих рядах людей, которые в свое время выбрали занятие помимо основного рода деятельности – это воду. В частности, воду, нижнюю часть, которая ниже ватерлинии и под водой. То есть это дайверы, это подводные охотники, это пловцы, спортсмены. Эта федерация объединяет именно этих людей, которые своей все-таки стихией, которую они хотят, они выбрали это водная стихия. То есть можем говорить о том, что люди, которые там инженеры, врачи, да, то есть это не профессиональные спортсмены, или же есть и те, и другие? Многие инженеры, врачи являются профессиональными спортсменами. Mm-hmm. И если человек занимается с 8 до 5, условно, скажем, зарабатывает где-то, ему ничего не мешает в вечернее время прийти, проводить тренировки и выигрывать на соревнования достаточно высокого уровня. А, то есть есть разряды, да, вот чтобы мы понимали, вот тоже можно у нас защищать Николаев, звания, у нас Никола, да? Николаев, получается, к сожалению, это не так сильно развит подводный спорт, но Николаев наш... А почему у нас же воды очень много, причем разные, и река, и море, да, и поэтому, получается, и лиман. Николай вырастил в подводном виде спорта, мы развиваем такой достаточно, может быть, редкий, но достаточно интересный, увлекательный вид спорта, акватлон. Мы о нем поговорим обязательно, просто дождитесь. Федерация вырастила, да, скажем, в общем, федерация mm-hmm. вырастила двух спортсменов, которые участвовали в чемпионате мира по подводным видам спорта. Mm-hmm. Ну, пока это хорошо. А сколько вы существуете как федерация? Федерация, получается, существует в виде как федерация, mm-hmm. она уже существует 5 лет. Mm-hmm. А с чего начинали? Просто как общество? 20 лет мы были дайв-клубом. Ага. Мы занимались дайвингом, мы занимались подводной охотой, mm-hmm. но в виде как, скажем так, как клуб. Переросли клуб, потому что занялись профессиональным спортом и создали федерацию. Эти же спортсмены, которые захотели выступать уже на профессиональных аренах, объединились в федерацию. Сейчас это делаем. Но оказалось так, что уже спортсмены переходят в общественную деятельность, которая более важна и которая не менее важно, чем спорт, это безопасность на войне. И вот как раз о ней мы и будем продолжать говорить. Пользуясь случаем, сразу давайте сделаем вам рекламу, да, смотрите, вот вы послушали о том, чем занимается федерация, сколько там всего интересного, достойного, да, и чего можно достичь, занимаясь именно таким невероятно интересным, очень таким драйвовым, скажем так, да, вот адреналиновым видом спорта, и интересным действительно также, да, повторюсь, поэтому можно позвонить, вот посмотрите нашу передачу, еще об акватлоне поговорим, и звоните, пожалуйста, по телефону 050-166-43-90, это телефон руководителя, я так милости понимаю, просим, номер, да, телефона, все, да, 050-166-43-90, пожалуйста, заинтересуйтесь, вот, прекрасная возможность что-то познать новое, заняться активным видом деятельности и здоровым образом жизни, да, вот кто еще не собрался, собирайтесь, вот смотрите нашу программу и присоединяйтесь. К сожалению, лето – это не только замечательный отдых, это не только ярчайшие воспоминания, да, но это еще и, к сожалению, опасность попасть в неприятную, скажем так, ситуацию на воде.
как вот у нас обстановка вот с этим делом, потому что люди сейчас жарко, очень много людей проводят времени на пляжах. К сожалению, не все идут на оборудованные пляжи. Чем лето это как-то отличается от прошлых лет? К сожалению, получается, вот как именно федерация, как спортсмены, которые больше времени, чем обычно люди проводят на воде, под водой и на воде, мы начали обращали внимание, мы почему вот все сотрудничество, федерация занялась безопасностью на воде. Мы, как никто, именно подводные спортсмены и люди, которые занимаются подводным развлечениями или спортом, неважно, они видят, насколько травматична вот эта ситуация, которая происходит сегодня. На сегодняшний день, в этом году, возникло уже 43 случая чрезвычайного происшествия, в которых погибло 37 человек. И что самое печальное, это среди этих статистики четверо это детей. И причем, анализируя ситуацию, каждый случай, анализируя и общаясь, мы видим, что в основном это идет ситуация именно халатного отношения, пренебрежения правилами, халатное отношение к тем правилам, которые все знают. Все их повторяют, все их знают, все знают. Но при этом, когда они приходят на воду, они считают, что эти правила писаны не для них. К сожалению, получается, вот именно подводники, они знают, что правила на воде, они никому поправки не дадут. Нельзя там чуть больше, чуть меньше. Если, получается, правила нарушил, наказание будет очень строгое и не отлаживаться не будет, тут не будет отсрочки. Ну, все-таки вот надо дополнить то, что было спасено шестеро людей. То есть, да, это очень печальная статистика, и даже гибель одного человека – это трагедия, каждая, действительно, каждая смерть – это ужасно, тем более в мирное такое время, во время отдыха, который должен приносить только оздоровление и удовольствие, это ужасно. Все-таки шестеро было спасено. И, может быть, вот буквально так пунктиром правила основные, чего нельзя делать категорически? Ну, самое, анализируя, получается, опять же, ситуацию на воде, это… Это основные правила, которые достаточно простые и которые, опять же повторяем, это купаться только в оборудованных местах, потому что именно чаще всего люди гибнут именно там, где нету какой-то помощи. Какое-то озерцо, какое-то небольшое. Камыши там рядом, буквально 200 метров от оборудованного места, они захотели уединиться, произошла трагедия, никто не смог прийти на помощь. Именно спасенные люди, которые в статистике существуют, и показывают ту работу, что все-таки работу, которую ведет ДСНС, которую ведет Федерация, она не бесполезна. То есть именно вот эти шесть человек, это есть тот результат, к которому мы стремимся, чтобы было больше переходило. То есть оказались рядом люди, которые смогли спасти. Если это спасательный пост, понятно, там есть профессиональное оборудование, там обученные люди, профессионалы, которые знают и их учат, как это делать. Но если это вот случай происходит в общественных местах, то всегда находится человек, который знает правила, как спасать. А правило – это купаться в разрешенных местах, алкоголь исключить, абсолютно исключить алкоголь при отдыхе на воде, особенно на глубокой воде, на холодной воде. И выполнять элементарное правило безопасности. Течение, будь осторожен. Маленькие дети, они должны оставаться без присмотра. Дети, особенно дети, которые, они очень хорошо впитывают информацию. И при мероприятиях, которые мы проводим совместно с главным управлением, показываем, что они впитывают информацию, они хорошо получают. Им хорошо информация доходит о том, что нельзя заплывать за буйки, обязательно заплывут. А если сказать, можно заплывать, нужно заплывать, но только до буйков. И никто не может сказать, почему нельзя заплывать за буйки или до буйков. Потому что если объяснять им, что до буйков все известно, все мелко, все хорошо, а за буйками все страшно и там... Все так там... это же как раз и интересно, что ну, все если... страшно и ужасно, да, то есть какую-то форму вы находите, да? Ну да, того, то есть чтобы... детям, и получается в игровой форме доносим, получается, о том, что детям, если как, вот очень важно... И ребенку, в том числе и взрослому, понять, что если он нарушил правила, то наказание будет обязательным.
То есть здесь не будет, это не мама, которая может пожалеет и может не накажет. Здесь это будет наказание однозначно. Что хуже всего, иногда гибнут люди, которые не нарушают правила. Которые, получается, выполняют правила, все ну, держат, но они оказываются рядом, и они просто банально не знают элементарные способы спасения, поведения в экстремальной ситуации, как оказать адекватную помощь, и они бросаются, они герои, они бросаются на помощь, но, к сожалению, не обладая знаниями, даже не умениями, знаниями, ну, абсолютно элементарными знаниями, они чаще, ну, иногда бывают травмируются. Мы будем говорить еще о таких вот правилах, и даже у нас и видео есть о том, как нужно поступать и как нужно действовать вот в таких ситуациях, когда рядом с вами находится человек, которому нужна помощь, и он тонет. Но сейчас я просто хочу предложить такой вот небольшой ролик посмотреть. Там все очень четко и подано, рассказано о том, как надо себя вести и куда обратиться сразу же, если вы видите вот такую ситуацию. Пожалуйста. Почуваєш на воді, не втрачай розум. Вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Любого из нас даже во время отдыха, да, на пляже есть мобильный телефон. Хотя бы один, хотя бы у кого-то из компании, но есть этот мобильный телефон. Если вы видите какую-то ситуацию, которая вызывает у вас тревогу, звоните обязательно. Лучше, если вы позвоните, и будет этот вызов, так скажем, такой, знаете, ну, допустим, для перестраховки. Лучше так. Но вы все-таки, а в другом случае вы спасете чью-то жизнь. Пожалуйста, сделайте это. 101, такой простой номер. Мы знаем этот номер с детства, и нужно им пользоваться в таких вот ситуациях, о которых мы сейчас говорим. Естественно, любая деятельность, да, она не обходится без обмена опытом. То есть вы не находитесь вот сами с собой наедине, да, вы не только занимаетесь тем, что интересно вам и вашим соратникам, вы обмениваетесь опытом. Обмениваетесь опытом в том числе и с сотрудниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Вот как это происходит? Значит, сотрудничество мы получаем, мы совместно выезжаем на мероприятия, практические мероприятия. Угу. Мы проводим соревновательные, скажем так, мероприятия, которые соревнования, в которых привлекаем сотрудников главного управления, они нам показывают элементы спасения при помощи стандартных средств спасения. Мы учимся, есть у нас методический центр при главном управлении, который методически разрабатывает лицензированные, разрабатывает методические пособия, которые помогают нам теоретическую часть и опыт всех, скажем, предыдущих поколений, которые есть собран, собираются в этих организациях. То есть мы у них получаем опыт. Что мы даем? Мы даем понимание, как себя вести, если ты уже попал в воду. В чем, ну, скажем, я считаю, ценность нашего взаимодействия с государственными органами? В том, что, получается, никто лучше не организует спасение. Это профессионалы. Профессионалы с высокой, высочайшие профессионалы работают. Очень, очень приятно, что мы с ними работаем. Это очень приятно, что они нас приняли, так сказать, в эту семью, которая отвечает. Мы можем помочь, как спортсмены, привлечь молодежь, привлечь детей к проблеме безопасности на воде. Именно спортсмены, которые дети, когда приходят дети, которые горят вот этим безопасностью на воде, они зажигают других детей. Когда приходят взрослые, они показывают, это интересно, это красиво, но это все-таки взрослые. Это не та линия, это, ну как, пришел учитель, закончился урок, свободен. А когда это ребенок, когда получается это на общем языке не общается, они доходят, это лучше. И на самом, все-таки хотел бы еще сказать, очень важно звонить 101, потому что даже если организовывается спасение человеком, который неопытен,
по телефону 101 ему расскажут, как нужно, что нужно делать вот именно сейчас. Ну да, если, допустим, не просто позвать о помощи, да. Подумать вот такой момент о том, что звонок 101, там не только вызов, это не просто вызов спасателей. Угу. Это и разговор с профессионалом, который может сказать, сделайте вот это, да, или пока, сделайте пока, мы будем добираться. Да, пока приедут. Это очень важный момент, потому что никто не задумывается, мы общаясь с детьми, никто не задумывается о том, что 101 в экстремальной ситуации может быть не только просто звонком о вызове, о том, что это уже может быть консультативная и может руководить дистанционно, спасатели уже начинают спасать дистанционно. Ну вот, имейте это в виду обязательно, вот видите, еще и так, пока доедут спасатели, потому что действительно время доезда, оно есть фиксированное, но все-таки трагедия может случиться а в воде трагедия в том месте, да, в том месте, куда добираться дольше, чем предполагается, да, в телефонном режиме все-таки получается будет помощь. Да, еще и чисто психологически тоже легче немножко, потому что есть человек, который вот тебя направляет, да. А давайте посмотрим видео из Александровского карьера, были учения, да, в Вознесенском районе. И вот, Сергей Николаевич, прокомментируйте, совместные, пожалуйста. Совместные тренировки и соревнования. Смотрим. Так. Николаевская область, это Вознесенский район, достаточно очень... Ну, мы в восторге, то есть такой чистой воды в Николаевской области на реке мы не видели никогда. То есть это закрытый водоем. Там песок внутри, да? Нет, там гранит, это гранитный карьер. Лучше, конечно. Значит, вот средства спасения, которые обязаны быть на спасательных постах, приехали к нам. Вот работники МЧС банально должны уметь плавать на скорость, то есть они должны доплыть и понимать, что они доплывут туда, и нужно определенное... сноровка. Дальше получается вот элементы работы со спасательным кругом. То есть человек, спасательный круг буксирует к пострадавшему. Вот это получается новое средство, был показан быстро. И спасение с плавсредства, с лодки. Очень важно, чтобы было это плавсредство и спасательный круг привязан к берегу, чтобы можно быстро было доставить. Вот это элементы акватлона, подводная борьба, которая очень важна, здесь и задержка дыхания, и плавание, и самое главное, спокойное состояние в экстремальной ситуации. То есть... В принципе, мы вот каждый месяц мы встречаемся вот в таком вот составе, в этой студии, да, с представителями, с сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям. И, в принципе, каждый раз, вот особенно летом, мы говорим о рейдах. Рейдах, которые проводятся на пляжах. А получается, что и не только сотрудники, то вместе с членами федерации выходят, и с представителями Красного Креста, да, вот как раз следующее видео мы будем смотреть сейчас о таком вот рейде и будем комментировать его. Но. Пожалуйста, пляж. То есть, вот мы с удовольствием, наши сотрудники выезжают совместно с волонтерами Красного Креста, с сотрудниками Главного управления ДСНС. Это база отдыха, да? Да, это у нас Очаков, база отдыха. Работа получается, знакомим детей и купаю абсолютно отдыхающих на пляже, знакомим со средствами спасения. Вот наш спортсмен рассказывает элементарно, как ласты, маска и трубка сможет использоваться как средство спасения. То есть наряду со спасательными кругами, концами Александрова и Красный Крест, волонтеры Красного Креста показывают, как правильно сделать первичную помощь, доврачебную помощь. Соответственно, детей с детства приучают, чтобы купаться, если они на воду заходят, они должны быть в жилетах. И работа, как работать с элементарными средствами, которые вот помогают спасать. Детям очень нравится, они воспринимают это очень хорошо. Очень весело и получается, они с удовольствием. Но это запоминается, да, то есть вот маленький ребенок, он их запоминает, вот то, что ты в детстве выучил, там уже даже как-то. Мы, получается, проводили практические, теоретические, лекции в школах, мы встречали через полгода девочку, которая прибегала к нам и кричала, я вас помню, я попробовала, вот это у меня получилось, вот я вот так делала. То есть вот в детском возрасте впитывают. Записывается, да, подсознание, и потом даже ты можешь уже об этом не думать, но воспроизведешь уже как-то. Больше того,
дети, получается, могут в свое время сказать: мама, а вот это нельзя, потому что мне вот сказали, показали. А вот главное, чтобы мама прислушалась, ну, и папа, потому что, к сожалению, вот действительно такие случаи, да, что ребенок запоминает и говорит: мама, папа, вот нужно делать так. А родители с высоты своего возраста и опыта решают почему-то к этому не прислушаться, и очень все печально заканчивается. Но будем считать, что у нас такие родители, да, вот все там будут такими ответственными, как и их дети. Ну, кстати, могу сказать, что мы проводим лекции среди взрослых, получается, коллектива, приглашаем любые все предприятия, которые им заинтересованы, которые большие коллективы, у которых, получается, все мамы, все имеют детей. Потому что поведение свое, правильное, так сказать, поведение, выполнение всех правил, оно может быть, я уже повторялся, банально оказаться, когда кто-то нарушил правила, и люди страдают, пытаясь оказать помощь. Поэтому фактически для любого взрослого интересно послушать о том, как себя вести, как нужно сделать, какие правильные шаги, элементарные. Ну, могу сказать вот банальное о том, что всем наш, так сказать, любимый этот вот, никто не рассматривает как средство спасения обыкновенную 2-литровую бутылку с водой. Выливаешь половину воды или там 1/3, чтобы осталось, и эту бутылку можно кинуть человеку, который сможет за нее удержаться. И продержаться то время, которое там секунды, 2 секунды, чтобы к нему пришла помощь уже. Но она не должна быть пустая, да? Там должна быть чтобы четверть, ее кинуть можно было. Чтобы она имела какой-то вес. Чтобы она была не... К сожалению, получается, наши берега настолько замусорены бутылками, что это средство спасения, уже как средство спасения, оно находится практически в любом месте. Кроме видео, у нас есть еще памятки, да, которые вот раздаете во время рейдов, во время занятий. Покажите, отдельно, пожалуйста, отблагодарить, получается, поблагодарить Центр социальных инициатив «Русал». Мы в этом году выиграли конкурс по номинации «Формула майбутнего». И получается, в рамках этого конкурса тоже проводим мероприятия по безопасности на воде. То есть люди отозвались, поняли важность этой проблемы. И именно, получается, благодаря им мы увеличили, значительно увеличили, как бы, вот эти памятки, которые, вот, кстати, памятки для детей. Детская памятка, потому что дети, они потом уже у мамы спрашивают, а что тут написано. Сначала они видят, что это их друзья, герои мультиков, и получается, что они уже, им интересно, а что же говорят герои мультиков. То есть это получается для более младшей, так сказать, возрастной группе. И получается, сделали для более взрослой категории, которая для родителей, для студентов, для тех, которым нужна информация, которым интересна информация, которым вот это все правила, которые здесь есть, они простые, перечислены в простой форме. Ну, очень. То есть это благодаря, я бы еще раз повторюсь, благодаря именно Центру социальных программ «Русал». Ну, очень, я считаю, что очень помогли. Что поддержали, и, да, поддержали, очень большое спасибо. Так, и несколько фотографий есть из такого межсезонья, скажем так, да, то есть, когда нету открытых районов. Лето заканчивается, все считают, что лето закончилось, и как бы опасность у воды как бы пропадает, но фактически элементы спасения и навыки спасения мы не прекращаем круглый год, мы переходим, просто уходим в бассейн. И вот именно фотографии, которые мы, это как раз те, которые проводят в бассейне. То есть это не только время, можно прийти в бассейн, прийти покупаться, поплавать, но можно собраться полезно, в группы, да, можно собрать детей. И федерация, члены федерации проводят как, ну, 2-часовые практические занятия с направлением безопасности на воде. То есть элементы, как себя вести, что нужно делать в бассейне, ну, скажем, дети интересно проводят. Это в Водолее, да? Это мы проводим эти мероприятия как в трудовых резервах, так и получается и в Водолее. В одном и во втором бассейне. Да, то есть практически, плюс, так как у нас Федерация Николаевской области, мы такие же мероприятия проводим в бассейне Вознесенска. И то есть максимально, у вас ближние, да, занятия. Да, то есть у нас федерация. И максимально получается, сколько возможно, открытая вода позволяет, проводим это на открытой воде. 3 минуты остается, но об акватлоне обязаны поговорить. Давайте смотреть видео и сразу же говорить, да, что это, как это и что это за вид спорта. Вот я могу сказать, что именно акватлон именно толкнул нас вот к спасению. Это у нас было в декабре.
было мероприятие, совместное соревнование, организованное с главным управлением именно по акватлону в бассейне «Водолей». То есть, вообще смысл, вот, что делают, чем занимаются? 30 секунд времени, такое? На спортсменах нету никаких аппаратов, баллонов, то есть маска и ласты. За 30 секунд нужно с ноги противника снять ленту и показать ее на поверхности. Задача у нас достаточно элементарно простая, но так как они встречаются лицом к лицу, нужно не пройти, не дать противнику пройти к своей ленте и в это время добраться до ноги противника. Соответственно, вот он сам финал этого поединка о том, что лента на поверхности. Вот лента на поверхности, победитель. Но так как это дети, если взять немножко, вникнуть, так сказать, под воду, дети получают, глубина бассейна 5,5 метра. Дети, получается, задержка у детей, дыхание получается до 2 минут они задерживают именно в поединке. И если представить, что один из них тонет, а второй спасает, то это практически готовый спасатель. Отлично. Ну что ж, все, наше время истекло в эфире. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам сегодня. Очень интересная и очень полезная информация. Я вам очень благодарна. Приходите к нам еще. Я надеюсь, что не один раз мы встретимся здесь и будем говорить об интересных и полезных вещах. Я вам очень благодарна. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви з нами. Нагадую, що є номер телефону, на який можна зателефонувати, якщо вас зацікавила тема, яку ми сьогодні обговорювали, і якщо хтось захоче займатися от безпосередньо акватлоном, то, будь ласка, телефонуйте, Сергій Миколаєвич будь-яку консультацію надасть. Номер телефону 050-166-43-90. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання вже безпосередньо Сергію Миколаєвичу Кущу, голові Федерації підводної діяльності і спорту Миколаївської області. Я ж дякую вам і прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.